cosas que no le yo desde afuera. Опять в пионеры. Продолжаю гулять по выставке. Не вписалась я в два ролика, включилась в третий ролик, чтобы показать наши шедевры. В этом году меньше художников, чем в прошлом, это точно. Стенды полупустые некоторые стоят, но все равно два зала больших заняты. Этот раз бар вынесли за пределы салона. Мне два зала открытые стоят и сделали отдельно для бара помещение. Это новенькое что-то. Здесь креативчик. Это те, кто сразу рисует на месте. Тоже неплохо. Большую часть засняла, что-то проскочило мимо. Тут много художников слишком, чтобы заснять все. Иногда художник не сам выставляется, а иногда его галерея представляет. Или кто-то, один человек привозит группу художников. Вот это кто-то привез вместе набор разных художников. И чемоданы. Пари Тайм, музей, Карусель де Лювр. Тоже Украина представлена. И у нас встречаются оригиналы. Вот это 4000. А то наша хатынка здесь на хуторе. А это Сейшелы приехали к нам. Настольная лампа. Поеду сейчас в ночной клуб, посмотрю, что там. Заметила, тут еще одна хатынка. Ёзык. Напоследок еще один шедевр, и можно закругляться и идти уже домой. Но я еще хочу в клуб подъехать. Тут недалеко тоже. Кстати, прикольные, конечно. И куда в них пойти? На Хэллоуин или на Новый год? Даже не знаю. На этом я заканчиваю осмотр выставки. И до новых встреч на моем канале.